Лекция 3. Принцип максимального значения теоремы единственности решения краевых задач для уравнения теплопроводности. Так, рассмотрим теорему, которая называется принципом максимального значения. Итак, давайте опять определим, напомним, прямоугольник, которым мы рассматриваем задачу. Это переменные x, t, t большое, 0, l. И мы определили такое множество. QLT равное множеству точек на плоскости xt, таких что x меняется от 0 до l, t меняется от 0 до t большого. Здесь включительно. То есть здесь интервал, здесь полуинтервал. И давайте напишем. Гамма – это вот такое множество. Мы его уже определяли. Это разность между замыканием QLT и QLT. То есть гамма – это фактически вот эти три отрезка. То есть это три стороны прямоугольника без верхней крышки. Хорошо. Итак, давайте сразу теперь сформулируем теорему, которая называется принципом максимального значения. Принцип максимального значения и очень часто коротко говорят принцип максимума. Пусть функция u от xt такова, что у от xt непрерывно в замыкании, то есть непрерывно в замкнутом прямоугольнике, и у от xt имеет вторые непрерывные производные по x и первую производную по t на множестве qlt. И удовлетворяет уравнению теплопроводности. У t равняется а квадрат у x. У xx для xt, принадлежащих qlt. Вот. Тогда максимум u от xt, нет, давайте сюда я напишу, тогда максимум u xt на замыкание множества QL, на QLT замкнутое, равняется максимуму у от xt на гамма. Вот. И хоть теорема называется принцип максимального значения, но то же самое утверждение верно и для минимума. Минимум у xt
на QLT замкнутое равняется минимуму U от XT на гамма. Вот такая теорема. Значит, что она говорит? Что если функция непрерывно в замкнутом прямоугольнике имеет непрерывные такие производные в QLT и удовлетворяет в QLT уравнение теплопроводности, то тогда максимальное значение этой функции равняется максимуму этой функции на границе. То есть максимальное значение достигается либо на этом, либо на этом, либо на этом отрезке. И то же самое с минимумом. Минимальное значение функции u от xt во всем прямоугольнике достигается либо на этом, либо на этом, либо на этом отрезке. Вот такая вот теорема. Ну, давайте ее доказывать. Доказательство. Ну, начнем с первой части, которая относится к максимуму. Итак, от противного будем доказывать. От противного. Пусть m равняется максимум u от xt на гамма. То есть на этих трех отрезках максимальное значение функции u от xt равно m. И существует точка x0, t0, принадлежащая QLT, такая, что u от x0 t0 равняется m плюс эпсилон. Эпсилон, конечно, больше нуля. Вот мы записали то, что есть какая-то точка x0 t0 внутри этого, в этом множестве QLT, такая, что в ней значение функции больше, чем значение на границе. Это как раз и есть отрицание этого утверждения. Это отрицание этого утверждения. Вот, значит, мы записали отрицание первого утверждения теоремы. Очень хорошо. Давайте напишем, подчеркнем все-таки, что это за точка x0 и t0. x0 у нас обязана быть больше нуля, меньше L, а T0 обязано быть больше нуля, меньше или равно T большое. То есть, может быть, либо вот такая картинка, но, возможно, и такая. То есть, когда T0 равно T большому. Вот, либо здесь, либо здесь. Ну, понятно, может где угодно быть, но вот нам важно, что то, что может быть внутри и, может быть, на верхней крышке. Хорошо. Так, ну, это мы предположили. Теперь давайте введем функцию v от xt. Введем вспомогательную функцию v от xt, такую, что u от xt равняется v от xt плюс эпсилон, поделенное на 2 t. А здесь t минус t0. Вот ввели вот такую функцию. Что мы про эту функцию можем сказать? Давайте теперь посмотрим на функцию v. Конечно, эта функция v у нас непрерывна. Ну, перепишем ее по-другому. Просто напишем v равно
v от x t равно u от x t минус эпсилон, поделенный на 2t, t0, t минус t0. Вот. Так, конечно, функция v непрерывно у нас, функция v непрерывно в замкнутом прямоугольнике. Конечно, v имеет непрерывные производные по x и по t, такие вот. В QLT. Ну почему? Потому что эта функция хорошая, а эта функция тоже, ну сколько раз хочешь, можно ее дифференцировать и по x, и по t. Она такая простая. Вот. Так, очень хорошо. А теперь посмотрим, чему равняется функция v на гамма. Максимум v от xt на гамма меньше или равняется максимуму u на гамма ну и максимум этой функции. А максимум этой функции чему может быть вообще говоря? Ну, на гамма или всюду. Это посмотрите. У нас есть отрезок от нуля до t большого. И здесь какие две точки? Какая-то точка t и какая-то точка t0. Неважно, где там они расположены. Важно, что они расположены на одном и том же отрезке. Значит, конечно, их разность не может быть больше, чем t. Поэтому самое большое, что здесь мы можем прибавить, здесь пишем t большое, и получается плюс эпсилон пополам. То есть получается m плюс эпсилон пополам. Так, вот. Значит, на гамма функция v меньше равна, чем m плюс эпсилон пополам. А в точке x0, t0 эта функция равняется чему? Она равняется u от x0 t0 минус 0 равняется m плюс эпсилон. Вот. Значит, что у нас получилось? У нас получилось, что вот на этих трех отрезках функции меньше или равна, чем m плюс эпсилон, а в какой-то точке внутри она равна m плюс эпсилон. Значит, максимальное значение функции v, давайте запишем, максимум функции v от xt на все множество qlt замкнутое равняется v, достигается эта функция непрерывная на замкнутом множестве, значит, ее максимум достигается, и он достигается в какой-то точке x1, t1. Причем эта точка x1, t1 обязана принадлежать QLT. То есть она тоже должна быть, давайте вот здесь ее нарисуем, она тоже должна быть внутри, либо здесь где-то, либо здесь. Потому что значение в этой точке больше или равно m плюс эпсилон. Вот она в какой-то точке равна m плюс эпсилон, значит, максимум должен быть больше или равен m плюс эпсилон. Вот. Значит, эта точка обязана быть внутри, потому что на гамма у нас значение меньше равны m плюс эпсилон пополам. Все, значит, вот для нас важно то, что эта точка
Давайте еще раз ее напишем. Значит, x1 обязательно должно быть больше нуля, меньше L, а t1 обязательно должно быть больше нуля, меньше или равно t большое. Вот, очень хорошо. Очень хорошо. Так, что тогда дальше? Дальше мы должны вспомнить математический анализ. Самые простые теоремы про максимум функции. Значит, посмотрите, у нас функция v достигает своего максимального значения в точке x1, t1. Так, ну давайте вот ее так нарисуем. Вот у нас x1, вот у нас t1. Вот здесь достигается наибольшее значение. Значит, потому что мы знаем из математического анализа, раз это максимум, то вторая производная функции v, которая существует у нас в точке x1, t1, должна быть меньше или равна нуля в точке максимума. Это если мы смотрим эту функцию по x, да? Вот. А какая должна быть производная, первая производная по t? В этой точке пишем v по t от x1, t1. Ну, вроде бы мы знаем то, что в точке максимум производная должна быть 0. Так? Но давайте здесь напишем вот так вот фигурную скобку. 0, если t1 меньше t, и больше нуля, если t1 равно t. Ну почему? Да по очень простой причине. Давайте где-то это нарисуем. Ну, вот здесь. Значит, вот смотрим. Максимум по t. Вот у нас есть отрезок от нуля до t большое. Значит, если это t. Если точка t1 здесь, то, конечно, в точке максимум первая производная должна быть равна нулю. А если t1 совпало с t большим, то какая может быть картинка? Конечно, картинка может быть такая. И тут уже производная может быть больше нуля. Вот. Поэтому, ну, для нас это сейчас не важно. Мы берем все-таки эту фигурную скобку, уберем и напишем здесь вот что. Больше или равно нуля? Вот так вот. Это уж точно. Либо, так сказать, ноль, либо больше нуля. То есть, либо так, либо так. Вот. Хорошо. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же у нас получается для функции u в этой точке. Итак, смотрим. Вот у нас u такая. Вычисляем значение функции u в точке x1, t1. Производная по t. Производная u по t в точке x1, t1. Это вот что такое. Это v по t от x1, t1. Плюс дифференцируем. Тут получается что? Ну, конечно, получается эпсилон, поделенное на 2t большое. И посмотрите, пожалуйста, это больше или равно нуля, а это строго больше нуля. Значит, u по t в точке x1, t1 строго больше нуля. Так, а чему равняется у xx в точке x1, t1? Дифференцируем это равенство два раза по x, и получается, что здесь vxx от x1, t1. Ну, вторая производная по x от этого равна нулю, поэтому здесь получается меньше или равно нуля, поскольку функция v, вторая производная функции v в этой точке равняется меньше или равно нуля. И что же мы с вами получили? Мы получили следующее, что вот у нас точка x1, t1 принадлежит к LT,
пункт, точка x1, t1 принадлежит q или t. И запишем теперь уравнение наше. Функция u удовлетворяет уравнение теплопроводности во всех точках q или t. Пишем u по t от x1, t1 у нас должно равняться a квадрат у xx от x1, t1, поскольку x1, t1 принадлежит q или t. А теперь смотрим на эти неравенства. Здесь у нас строго больше нуля, вот, а здесь меньше или равно нуля. И мы получили противоречие. То есть получили, что в точке x1, t1 уравнение не выполнено. Значит, наше исходное предположение о том, что существует такая точка, что в ней значение больше, чем на гамма, неверно, и мы доказали первую часть утверждения. Первая часть утверждения доказана. Так, хорошо. Ну, теперь как доказывать вторую часть? Ну, вторую часть можно было бы доказывать точно так же, с помощью, вводя эту дополнительную функцию, так сказать, вот. Но это, в общем, совсем не обязательно, потому что можно поступить гораздо проще. Значит, доказываем вторую часть. Доказываем вторую часть и делаем это так. Рассмотрим функцию u от x, u большой от xt, равную минус u от xt. Тогда что у нас? Минимум u от xt на QLT замкнутое равняется максимуму U от XT на QLT. Ну, понятно, да, значит, если у нас мы поменяем знак, то максимум превращается в минимум. Вот. Ну и, конечно, то же самое относится и к максимуму, минимуму на гамма. Ну вот и все, так сказать. Так что поскольку у нас, ну давайте здесь тоже напишем, там, минимум u от xt на гамма равняется максимуму u от xt, нет, здесь qlt, на гамма, да. На гамма, и здесь максимум на гамма. Вот. Ну вот и все, значит, мы, взяв минимумы, взяв такую функцию, получим, что у нас из предыдущей, из того, что только что доказано, эти значения равны, значит, и эти равны. Вот и все, так сказать. То есть тут такое очень простое доказательство. Вот, хорошо. Итак, значит, мы доказали эту теорему. Ну, теперь давайте обсудим. Обсудим сначала, давайте все-таки физический смысл этой теоремы. Физический смысл этой теоремы. Она, вот у нее очень такой простой физический смысл. Давайте напишем задачу, первую краевую. U по t равняется a квадрат у xx, у от 0t равняется мю 1 от t, у от lt равняется мю 2 от t, у от x 0 равняется фи от x. Ну, здесь t меняется от 0 до t большого, здесь x меняется от 0 до L, ну и здесь x меняется от 0
до L, t от нуля до t большого. Вот. Так, ну давайте теперь нарисуем здесь, вот на этом прямоугольнике. Где у нас? Вот здесь у нас функция μ1 от t. Здесь у нас функция μ2 от t. Здесь у нас функция φ от x. Значит, что мы, как мы можем это переписать? Как мы можем переписать первое равенство? Так, максимум u от x t в QLT замкнутое равняется. Давайте здесь красненьким напишем. Максимум из трех чисел. Максимум μ1 от t на 0t. Максимум μ2 от t на 0t. Ну и максимум φ от x на 0l. Вот. Значит, мы берем максимум на этом отрезке, максимум на этом, берем из них максимум, это вот получается максимум u от x t на гамма. Это вот одно и то же, да? Вот. Так, то есть это просто вот ну, такая расширенная запись. Ну а теперь посмотрите с физической точки зрения, что это означает. Да очень просто. Что это что такое? Это наибольшая температура внутри нашего стержня. Вот у нас есть стержень, обмотанный изоляцией. Здесь μ1 от t, здесь μ2 от t, и в начале была φ от x. Так что же здесь написано? Что температура внутри стержня не может быть больше, чем температура на одном конце, чем температура на другом и чем температура в начале. То есть ниоткуда возникнуть какой-то большей температуре, чем то, что у нас есть на концах и то, что было в начале. Это с физической точки зрения можно сказать, ну, почти что очевидный факт. Вот. Но что, так сказать, эта теорема, ну, она полезная, конечно, но она еще раз подчеркивает то, что выведенное нами уравнение теплопроводности, оно разумное. То есть это же математический объект, ну и этот математический объект вот хорошо описывает такой ну, простой, но важный физический факт. То, что температура внутри тела не может стать больше, чем температура на краях, и начальные температуры, если внутри нет никаких источников. Ну вот это первое, так сказать, такое замечание о простом, но важном физическом смысле. Что еще можно сказать? Еще можно сказать, что, конечно, эта теорема такая очень понятная, то есть откуда она берется. Вот если мы возьмем УТ и запишем там в точке максимума в какой-то, да? В точке максимума это запишем, то мы знаем, что в точке максимума у нас получается эта производная должна быть в точке максимума эта производная должна быть больше или равна нуля, а эта производная должна быть меньше или равна нуля. Так что идея, так сказать, она видна сразу. Тут больше или равно нуля, тут меньше или равно нуля. Зачем нам понадобилась эта функция V вспомогательная? Ну, просто чтобы избавиться от того, что мы же не можем из этого сделать какое-то заключение, потому что возможно, что и здесь ноль, и здесь ноль. Так вот, мы эту добавили функцию V только для того, чтобы с одной стороны, то есть именно здесь, получить строгое неравенство, то есть получить строго больше нуля. Вот весь смысл, так сказать, добавления функции V. То есть сама идея, так сказать, она очень простая и понятная, а вот это добавление функции V, ну, оно просто, ну, такое технически простое, но важное, чтобы получить уже строгое противоречие. Здесь строго больше нуля, а здесь меньше равно нуля. Хорошо.
всем. Ну вот мы обсудили принцип максимального значения, теперь давайте будем его использовать. И докажем, используя принцип максимального значения, теорему единственности решения первой краевой задачи. Значит, итак, теорема единственности решения первой краевой задачи. Ну, давайте ее прямо сразу сформулируем. Я сотру принцип максимума. Значит, мы хотим... На прошлой лекции мы доказали теорему существования. Ну, в каком-то таком простом случае. А единственность докажем, ну, для более общей постановки. Итак, теорема единственности. Ну, первой краевой задачи. Пусть функции у и t от x t и равно 1, 2. Значит, вот мы говорим, пусть есть две функции у и t от x t, таковы что? У и t от x t непрерывны в QLT замкнутые. У и t от x t имеют нужные производные, вторую производную по x и первую производную по t в QLT. И d у и t по dt равняется a квадрат d2 у и t по dx квадрат 0 меньше x меньше l, t больше 0 меньше t большое. Здесь, конечно, и равно 1, 2. Ну, у нас всюду и уже не будем писать тут это. Так, и удовлетворяет тем же самым граничным условием. У и t от 0, t равняется мю 1 от t. У и t от l, t равняется мю 2 от t. У и t от x 0 равняется фи от x. Вот. Итак, значит, мы предположили, что есть две функции, такие, что ну, вот они непрерывно в замкнутом прямоугольнике, имеют производные такие в QLT, удовлетворяют одному тому же уравнению и одним и тем же граничным условием, одному и тому же начальному условию. То есть они являются решениями, двумя решениями одной и той же задачи. Тогда у1 от xt равняется у2 от xt. Xt принадлежит QLT замкнутое. То есть это такая стандартная формулировка теоремы единственности. Пусть есть два решения, тогда они равны между собой. Пусть есть два решения одной и той же задачи, тогда они равны между собой. Вот стандартная формулировка теоремы единственности. Хорошо. Ну, давайте доказывать. Рассмотрим функцию u от xt равную u1 от xt минус u2 от xt. Взяли разность. Что тогда про эту функцию можно сказать? Конечно, эта функция у нас будет непрерывно
в замыкание, поскольку она разность таких функций. Конечно, у нее будут нужные производные, поскольку и у той, и у другой есть нужные производные. И теперь, конечно, эта функция будет удовлетворять, конечно, эта функция будет удовлетворять уравнение теплопроводности. Ну, давайте напишем сейчас. U от x0 равняется нулю. Ну, откуда? Это понятно, так сказать. Вот. Ну, а эти, конечно, станут однородные. Ну, давайте напишем. U от 0t равняется U1 от 0t минус U2 от 0t равняется μ1 от t минус μ1 от t равняется нулю. Ну вот, понятно, здесь всюду эти нули и появились. Вот, очень хорошо. Так что же у нас получилось? У нас получилось, что функция U, вот такая. Так, но посмотрите, пожалуйста, значит, вот то, что я обвел, это те условия, которые позволяют нам применять принцип максимального значения. Значит, вот функция, мы только что доказали, что если U такая, такая и такая, то для нее справедлив принцип максимального значения. Пишем максимум U от xt на QL t замкнутое равняется максимуму u от xt на гамма. Ну и давайте сразу напишем минимум u от xt на QL t замкнутое равняется минимуму u от xt на гамма. А чему она, эта функция, равняется на гамму? Она там ноль, поэтому вот у нас значение функции, которые принимает, те значения, которые функция принимает на гамму. Поэтому, конечно, максимум на гамму равен ноль, и минимум на гамму равен ноль. Значит, максимум функции u от xt и минимум функции u от xt во всем прямоугольнике равны нулю, значит, конечно, u от xt равняется нулю в q lt замкнутое. Но это, поскольку u равняется разности u1 минус u2, то тогда это означает, что мы доказали нашу теорему. u1 равняется u2 во всем прямоугольнике, во всем замкнутом прямоугольнике. Все. Значит, вот мы доказали теорему единственности для первой кривой задачи. Мы доказали теорему единственности для первой кривой задачи. Очень хорошо. Теперь давайте попробуем доказать что-то большее. Значит, сформулируем вопрос так. Вопрос об устойчивости решения первой краевой задачи. Вопрос об устойчивости решения первой краевой задачи. Вот что будет, если у нас мы те функции, которые нам определяют это решение, если мы немножко изменим граничные условия и немножко изменим начальные условия, сильно у нас изменится решение или нет? Это вот вопрос об устойчивости решения первой краевой задачи по граничным условиям и по начальному условию. Вот, вот что нас сейчас будет интересовать. Но прежде чем это доказывать, давайте докажем
такую простую, но важную и полезную лемму. Лемма. Пусть у ИТ от XT таковы что? А, ну да, и сейчас. И опять равно 1, 2. Таковы что? Они непрерывны в замкнутом прямоугольнике. Имеют нужные производные в КОЛТ. И удовлетворяют уравнение типа проводности. Вот. Тогда, если у1 от xt больше или равно у2 от xt для xt, принадлежащего гамма, то у1 от xt больше или равно у2 от xt для xt, принадлежащих QLT замкнутые. Итак, есть две функции, ну, непрерывные, имеющие нужные производные, удовлетворяющие уравнение типа проводности. Тогда, если одна из них больше другой на гамма, то это неравенство переносится на весь прямоугольник. То есть неравенство с этих трех отрезков переносится на весь прямоугольник. Вот. Ну, конечно, опять это, так сказать, так, с физической точки зрения понятно. То есть если мы здесь, здесь и здесь, у нас температура больше, чем для другого случая, то, конечно, так сказать, и внутри нагрев будет больше. Вот. То есть смысл, так сказать, этого утверждения с такой, ну, физической точки зрения очень понятен. Ну, давайте докажем. Ну, доказательство, конечно, тоже очень простое. Доказательство. Опять рассматриваем функцию U от xt равную разности. Так, ну и опять эта функция у нас хорошая, у непрерывно. У имеет нужные производные. Так, у удовлетворяет уравнение типа проводности. Вот. Ну, вот посмотрите, значит, вот опять я волной подчеркну, раз функция удовлетворяет этому, этому и этому,
Значит, для нее мы можем применять принцип максимального значения. Можем применять принцип максимального значения. И давайте его применим только во второй части, в минимальной. Значит, пишем. Минимум u от xt во всем замкнутом прямоугольнике QLT равняется минимуму u от xt на гамма. А на гамму что, так сказать, у нас? Посмотрите. У нас u от xt это разность u1 и u2, но на гамму у нас по условию на гамма... Вот по условию у нас на гамму u1 больше равна u2. Значит, на гамму функция u больше или равна нуля. Значит, здесь минимум больше или равен нуля. Вот из того, что у 1 на гамму больше или равно у 2. Значит, минимум больше или равен нуля. Значит, конечно же, у от xt больше или равно нуля в qLt замкнутое. Но это означает то, что справедливое утверждение нашей теоремы. Это означает то, что справедливое утверждение нашей теоремы. Ну вот, доказали мы эту простую, но важную лемму. Простую важную лемму. Так, ну давайте теперь сформулируем вот эту теорему устойчивости. Значит, мы хотим выяснить, как зависят решение нашей задачи от небольших изменений тех функций, которые ее определяют. Итак, мы прям пишем теорему устойчивости. Пусть функции u и t от xt и равно 1, 2 таковы, что u и t непрерывны в замкнутом прямоугольнике. У и Т имеет нужные производные в QLT. Вторая производная по X и первая производная по Т непрерывны. Они удовлетворяют одному и тому же уравнению. Для таких значений x и для таких значений t. Вот. А кривые начальные условия у них разные. Пишем так. U и t от 0 t равняется μ1 и t от t. U и t от l t равняется мю 2 и т от т. И у и т от х 0 равняется фи и т от х. Вот. То есть у нас есть, просто мы записали, есть два решения двух разных задач, уравнение одно и то же, а краевые условия и начальные условия разные, то есть просто разные функции. Тогда максимум модуля u1 от xt
минус у 2 от xt, в QL t замкнутое, меньше или равняется максимум из трех максимумов. Значит, вот это максимум из трех чисел. Первое число максимум μ1, 1 от t минус μ1, 2 от t, 0t. Давайте все-таки я тогда напишу так, чтобы у нас в одну строчку было меньше или равняется, вот что, меньше или равняется максимум из трех чисел. Это вот первое число, вот второе. И третье. Вот. Вот какое утверждение теоремы. Оно очень простое. Значит, разность между двумя решениями меньше или равна, чем разность тех функций, которые стоят в первом граничном условии, разность тех функций, которые стоят в другом граничном условии, и разность начальных условий. Вот и все. Вот и все. Так что тут, в общем, так достаточно просто. Достаточно просто. Хорошо. Ну, давайте будем доказывать. Доказательства. Хорошо. Вот давайте обозначим. Ту функцию, которая у нас. Вот это число, которое у нас стоит справа, давайте обозначим его, ну, для удобства просто эпсилон. Вот через эпсилон обозначим все вот это, так сказать, число. Это же число. Вот. И введем функцию опять u от xt, равную u1 от xt минус u2 от xt. Так, ну что это за функция? Опять она, так сказать, очень такая простая. Значит, она... непрерывно в замкнутом прямоугольнике. Она имеет нужные производные. Так. И удовлетворяет уравнение типа проводности. Так. Вот. Ну, а кривые условия какие у нее? Конечно, u от 0t равняется μ1, 1 от t минус μ1, 2 от t. U от lt равняется μ2, 1 от t минус μ2, 2 от t. И u от x0 равняется φ1 от x минус φ2 от x. Вот. Ну, здесь у нас 0 меньше или равно t меньше или равно t большого, 0 меньше или равно x меньше или равно l. Вот. Вот такая у нас задача для функции u. Очень хорошо. Так. Теперь
Теперь давайте введем две таких вспомогательных, очень простых функции. U плюс-минус от x, t. U плюс от x, t у нас будет равняться эпсилон вот этому, а U минус от x, t будет равняться минус эпсилон. Так? Очень хорошо. Конечно, эти функции какие? Что мы про них можем сказать? U плюс-минус от x, t, они непрерывны в нашем замкнутом прямоугольнике, это же просто константы. U плюс-минус имеет нужные производные, поскольку это константы. И, конечно, эти функции удовлетворяют уравнение теплопроводности. Ну, это такие тривиальные утверждения, но тем не менее, так сказать, непрерывны, поскольку константы, дифференцированы, поскольку константы, и удовлетворяют уравнение теплопроводности, поскольку константы. Вот, а теперь давайте посмотрим вот что, вот на что. Посмотрите, что мы можем сказать. Мы можем сказать следующее, что функция u от x, t, меньше или равняется эпсилон равному u плюс от xt при xt принадлежащих гамма. Правильно? У нас все эти значения, разности этих значений не могут быть больше, чем эпсилон. Поэтому мы можем написать следующее. С другой стороны, мы можем написать следующее. Минус эпсилон меньше или равно... Нет, минус эпсилон... Так вот напишем. У минус от xt равное минус эпсилон меньше или равно... U от xt при xt принадлежащих гамма. Понятно, да? Потому что функция U не может быть больше минус эпсилон на этих трех отрезках. Вот. А теперь посмотрите, пожалуйста. Вот у нас есть одно неравенство на гамма. Мы только что доказали лемму о том, что неравенство, если обе функции u и u плюс удовлетворяют нужным условиям таким, то неравенство с гамма переходит на всю область, на весь замкнутый прямоугольник. Значит, отсюда мы получаем, что u от xt меньше или равно эпсилон для всех xt, принадлежащих QLT. Так, а отсюда мы получаем, что U от XT больше или равно минус эпсилон для всех XT, принадлежащих QLT. Так, ну и что же получается? Конечно, это мы можем переписать вот так. Модуль у xt меньше или равняется эпсилон для xt, принадлежащих qlt замкнутое.
А это и есть, посмотрите, пожалуйста, раз модуль для меньше эпсилон для всех xt, поэтому, конечно, максимум модуля по всем точкам сколько xt меньше эпсилон. А это и есть утверждение нашей теоремы. Все. То есть она, видите, так сказать, доказывается так, в общем, достаточно просто. Я хотел обратить ваше внимание только на одно. Мы тут так традиционно как-то пишется неравенство меньше или равно. Конечно, на самом деле надо писать равенство, потому что ясно, что эти значения не могут быть больше, строго больше, чем это, так сказать. Потому что это же разность функций на трех отрезках. Так что, в принципе, можно здесь писать равенство, ну, традиционно как-то пишут меньше или равно, хотя на самом деле равно. Вот, вот так доказывается теорема устойчивости. Ну и что же мы видим? Действительно, что если мы берем близкие эти функции, близкие эти функции, близкие эти функции, то решения обязаны быть близки между собой. То есть небольшие изменения в этих трех функциях не приводят к большим изменениям решений. То есть, так сказать, Есть устойчивость. Хорошо. Вот. Ну, значит, посмотрите, мы, используя принцип максимального значения, доказали такие очень полезные теоремы, теорему единственности решения первой кривой задачи и даже теорему устойчивости для решения первой кривой задачи. А что же делать с остальными задачами, когда у нас не первая кривая задача, а какая-то другая? И тут, конечно, возникает очень много проблем. Почему? Потому что мы не можем уже для этих задач использовать принцип максимального значения. Почему? Да по той простой причине, что в принципе максимального значения мы существенно, в принципе максимального значения мы существенно используем то, что мы фактически оперируем значениями функции на концах нашего отрезка. Вот. А что делать, так сказать, если у нас есть какая-то там кривая задача, в которой, допустим, задано не u от 0t, а задано производная. Вот. В принципе, максимум это фигурирует только значение самой функции u на конце отрезка. А если производная по x, принцип максимум, вообще говоря, ответа не дает. Поэтому давайте сейчас с вами рассмотрим другой подход к доказательству теоремы единственности, который позволяет рассматривать более широкий класс задач и доказывать для них теорему единственности. Значит, давайте сделаем такой заголовок. Единственность решения общей краевой задачи. Единственность решения общей краевой задачи для уравнения теплопроводности. Ну, давайте напишем, что это, так сказать, за общая задача. Давайте напишем вот так вот. Значит, ну, напишем ее. Пишем уравнение. Давайте здесь даже напишем источник какой-то. Вот, а кривые условия напишем так. Альфа 1 у от 0t минус бета 1 у по x от 0t
Ну, давайте здесь напишем какую-нибудь функцию. Ну, тета 1 от t. Альфа 2 u от l t плюс бета 2 u по x от l t равняется тета 2 от t. Ну, а начальные условия обычные. U от x0 равняется фи. Фи от x. Вот. Ну, вот у нас появились, видите, действительно, общая краевая задача. То есть здесь, ну, стоит линейная комбинация функций и производной. Значит, давайте сразу, так сказать, отметим, сделаем какие-то замечания по поводу этих коэффициентов. Значит, мы будем считать, что альфа и т – это константы, постоянные. Ну, здесь я напишу. Постоянное. Альфа и Т, бета и Т таковы, что альфа и Т больше или равно нуля, бета и Т больше или равно нуля, альфа и Т плюс бета и Т строго больше нуля. Ну, очень просто. Значит, мы пишем, что они больше или равны нуля, и это что означает? Что, ну, не могут обращаться в ноль одновременно. Не могут обращаться в ноль одновременно, ну, потому что иначе у нас тогда просто краевое условие пропадет. Вот. Но обращаю ваше внимание на то, что здесь стоит минус, здесь стоит плюс. А все эти постоянные у нас неотрицательны. Вот. Ну и вот для такой задачи мы хотим доказать теорему единственности. То, что у такой задачи решение единственно. То, что у такой задачи решение единственно. Ну вот давайте это и докажем. Прям сформулируем теорему. Теорема. Пусть функции u и t от xt и равно 1, 2. Так, таковы, что посмотрите, сама функция u и... Сейчас, неправильно я написал. U и t и d u и t по dx c q l t. Значит, мы требуем, чтобы еще производные по x были непрерывны в замкнутом прямоугольнике. Но для чего это нужно? Посмотрите, у нас же появились тут производные, поэтому мы вот и требуем этого. Так, uit – это наши обычные условия. Они удовлетворяют уравнению теплопроводности.
с одной и той же F. И одним и тем же начальным условием. Вот пишем эти одинаковые начальные условия. Вот, записали. Итак, еще раз. Значит, у нас есть две функции, такие, что сами эти функции, их частные производные, по их с непрерывным замкнутом прямоугольнике. У них есть такие вторая производная по x и первая производная по t непрерывные в QLT. Обе они удовлетворяют уравнение теплопроводности одному и тому же. И они удовлетворяют, только плюс здесь, конечно, плюс. Они удовлетворяют одному и тому же условию на левом конце, одному и тому же условию на правом конце и одному и тому же начальному условию. Тогда U1 от xt равняется U2 от xt в QLT замкнутое. То есть тогда они равны между собой. Ну вот тоже такая стандартная формулировка. Стандартная формулировка. Значит, что мы так, так сказать, в общем, ну для нас немножко необычного, добавили вот это условие. Но еще раз я напоминаю, что оно взялось, потому что у нас в краевом условии появились, в кривых условиях появились эти самые производные по x, поэтому нам надо, чтобы это частная производная по x была непрерывна во всем прямоугольнике. Вот, хорошо. Так, ну давайте теперь доказывать. Доказательство. Ну, как обычно, начинаем с того, что вводим разность. U от xt равняется U1 от xt минус U2 от xt. Ну и какая это функция будет? Эту функцию перечисляем. U по x будет непрерывно в замкнутом прямоугольнике, поскольку она разность таких функций. U, конечно, будет иметь нужные производные в QLT. U будет удовлетворять уже однородному уравнению без F. И однородным граничным условием. То есть это один и это два, когда мы записываем разность, исчезнут. Альфа 1. U от 0t минус бета 1 U по x от 0t равняется 0. Альфа 2 U от lt плюс бета 2 U по x от lt равняется 0.
и нулевое начальное условие. О, нулевое. Вот какая у нас задача получилась для функции U. Вот она. Вот. Так, очень хорошо. Ну вот, как я уже говорил, не можем мы применять принцип максимального значения, потому что вот на границе у нас вот функция такая, и, конечно, принцип максимального значения нельзя применить. Но мы применим вот подход, который тоже очень популярен, в уравнениях математической физики, в уравнениях частных производных, мы получим некоторое такое интегральное тождество. Интегральное тождество. Что мы сделаем? Давайте мы сделаем следующее. Умножим уравнение на 2u и проинтегрируем. Значит, давайте я напишу так сразу. Вот. Прям напишу интеграл от 0 до l, интеграл от 0 до t. Здесь. Вот я умножу 2u от x, ну здесь давайте напишем tau, здесь d, ну по d tau, u от x tau, d tau, dx. Вот, значит умножу на 2u. И проинтегрирую по тау от 0 до t и по x от 0 до l. Ну, с этой стороны, конечно, все то же самое. Только я запишу в другой последовательности. А квадрат интеграл от 0 до t. У нас функции все хорошие, поэтому порядок интегрирования, конечно, мы можем менять. Так, интеграл от 0 до L. Два у от x tau у xx от x tau dx d tau. Вот. Вот записали. Очень хорошо. Теперь, ну, смотрим, так сказать, здесь. Посмотрите, здесь у нас полная производная, поэтому мы можем написать так, интеграл от 0 до L, d по d tau от u от x tau в квадрате d tau dx. Вот это вот, это производная от квадрата u от x tau. Так, вот. А здесь что мы сделаем? Ну, давайте эту двойку здесь вынесем, она нам не нужна. А здесь давайте проинтегрируем по частям, по x, конечно. Значит, понятно, это интегрируем, это дифференцируем. Значит, будет вне интегральной, значит, напишем интеграл от 0 до t. Так. И вот внутренний интеграл интегрируем по частям. Здесь у нас будет u от x tau на u по x от x tau и подстановка 0l. А здесь будет минус за счет формулы интегрирования по частям интеграл от 0 до L у. Посмотрите, это проинтегрировали, это продифференцировали. Значит, получится и там частные производные по x, поэтому мы можем написать так u по x от x tau в квадрате dx, скобка закрылась, d tau. Вот что у нас получилось. Вот что у нас получилось. Так, ну давайте продолжим. Посмотрите, пожалуйста, значит, здесь
У нас, конечно, интеграл легко вычисляется. Пишем интеграл от 0 до L. Здесь будет u от x t в квадрате dx минус интеграл от 0 до L u от x 0 в квадрате dx. Вот я подставил верхний и нижний предел. Так. Теперь давайте это перенесем сюда. Здесь минус, так что сюда попадет с плюсом. Плюс 2а квадрат. Интеграл от 0 до L. У х от х. Так, 2а квадрат интеграл от 0 до t, интеграл от 0 до l, у x, x tau в квадрате dx d tau. Так, вот, значит, это вот мы написали уже вот это и вот это. Осталась только эта часть. Ну, давайте ее сразу тоже перенесем налево, чтобы у нас слева было все, что у нас имеется. Значит, что здесь будет? Давайте напишем минус 2а квадрат интеграл от 0 до t. Ну, и здесь давайте пока так и не будем ничего подставлять. U от x tau, u по x от x tau, подстановка 0L, d tau, и все это получается равно нулю. Вот. Так, очень хорошо. Ну, теперь посмотрите, где у нас задача для функции u. Вот она. Вот у нас такая задача для функции u. Значит, этот интеграл равен нулю. Эта функция равна нулю. Значит, этот интеграл у нас исчез. И посмотрите, значит, что у нас тут? Тут интеграл от квадрата, тут интеграл от квадрата. Давайте напишем, больше или равно нуля, больше или равно нуля. Правильно? Теперь вот, то есть надо, давайте теперь будем разбираться с тем, что здесь творится. Давайте разбираться с тем, что здесь творится. Ну, давайте берем первую часть, берем подстановку в L. Значит, пишем минус 2а квадрат, интеграл от 0 до t, и верхняя подстановка. U, L, tau, U, x, L, tau, d, tau. Вот. Так, вот. Хорошо, теперь давайте посмотрим, а чему же это все равняется. Я, значит, вот чему равняется это произведение? Чему равняется это произведение? Значит, у нас функция удовлетворяет вот такому краевому условию. Вот. Ну, давайте, так сказать, итак, мы хотим выяснить знак u от L tau, u по x от L tau. Очень хорошо. Посмотрите, какие здесь возможны варианты. Первый случай. Давайте рассмотрим два случая. Первый случай. Пусть альфа 2 равняется нулю. Пусть альфа 2 равняется нулю. Тогда что у нас получается? Если альфа 2 равняется нулю, то тогда у нас, конечно, сразу же u по x от L t равняется нулю. Так, и получается, что u от L t умноженное на u по x от L t равняется нулю. Это в случае, если альфа 2 равно нулю. Теперь давайте напишем альфа 2 больше нуля. Оно либо равно нулю, либо больше нуля. Если альфа 2 больше нуля, то что у нас получается?
У нас получается следующее. U по x. Ну, вернее, не так. U L T равняется минус бета 2, поделенное на альфа 2, U по x от L T. Ну, понятно. Вот поделили, перенесли сюда, поделили. Вот. И что же у нас получается тогда? Посмотрите-ка, что U от L T, умноженное на U по x от L T, равняется минус бета 2, альфа 2 на U по x от L T в квадрате. Правильно? Вот. А это, конечно, у нас меньше или равно нуля. Так, следовательно, посмотрите, раз это у нас либо ноль, либо меньше или равно нуля, значит, вот это с этим минусом, это будет больше или равно нуля. Это будет больше или равно нуля. Так, ну давайте посмотрим теперь. С подстановкой, когда x равно L, мы разобрались. Посмотрим на подстановку, когда x равно нулю. Значит, подстановка x равно нулю, она здесь уже будет с плюсом, потому что минус и подстановка снизу будет с плюсом. Пишем 2a квадрат интеграл от нуля до t, U от 0 тау, U по x от 0 тау, d тау. Так, какой знак у этого интеграла? Ну, смотрим, опять два случая. Первый. Если альфа 1 у нас равно нулю, если альфа 1 равно нулю, то U по x равно нулю. И, значит, u от 0 тау на u по x от 0 тау равняется 0. То есть в этом случае просто равно 0. Так, теперь пишем второе. Альфа 1 больше 0. Если альфа 1 больше 0, посмотрите, здесь минус, тогда u от 0t равняется бета 1 на альфа 1 u по x от 0t. Так? Вот. Ну и тогда произведение u от 0t на u по x от 0t больше или равно нуля. А, сейчас, ну почему? Почему? Потому что оно равно бета 1 на альфа 1 у по x от 0t в квадрате. Больше или равно нуля. Вот. Вот все. То есть что мы получили? Мы получили, что этот интеграл со знаком минус больше или равен нуля. Этот интеграл со знаком плюс больше или равен нуля. Так что в этом нашем общем тождестве, вот оно последнее, и так, это больше или равно нуля, это больше или равно. И вот это мы только что с вами доказали, что это тоже больше или равно нуля. И посмотрите, у нас есть три интеграла, каждый из которых больше или равен нуля, а в сумме они равны нулю. Когда это возможно? Конечно, только в том случае, когда все эти три интеграла равны нулю. Потому что все они, ну, все эти три члена положительны, поэтому они могут быть в сумме равны нулю, только если каждый из них равен нулю. Значит, мы можем говорить, что, ну, например, вот этот интеграл
u от xt в квадрате dx равняется нулю. Это у нас верно для любого t. Значит, конечно, отсюда следует, поскольку функция u непрерывная, то, конечно, отсюда следует, что u от xt равняется нулю в q L, T замкнутые. Вот. Ну вот мы и все доказали. Мы доказали, что функция U равняется нулю, значит, U1 равняется U2. Вот такое доказательство, оно совсем, ну, другое, отличное от принципа максимума. Оно основано на том, что мы вот получаем такое интегральное тождество. Вот. Но смысл этого тождества тоже, так сказать, такой, ну, похож на смысл, можно как-то там, но если в подробности вдаваться, он похож на тоже какой-то закон сохранения энергии. Ну уж мы не будем это в деталях обсуждать, ограничимся таким вот чисто формальным рассмотрением. Мы получили такое интегральное тождество, и из этого интегрального тождества с учетом того, что у нас такие вот краевые условия, доказали, что решение равно нулю. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что мы существенно использовали то, что здесь знак минус, все коэффициенты эти альфа, ита и бета, ита положительные, здесь знак минус, а здесь знак плюс. Это мы очень существенно использовали, когда доказывали неотрицательность вот этих интегралов. Ну, давайте на этом сегодня закончим.